Всем привет, друзья! С вами Корис, мы находимся в новиночке. Игра под названием Mayhem A Single Volley. Насколько я понял, это экшен, пиксельный, с довольно приятной графикой и с элементами RPG. Вот, сегодня будем на нее смотреть, что это за игра такая интересная. Давайте начнем новую игру, посмотрим. Опа! Опа! Опасный чувак! Ни хрена себе, ты можешь летать? Да ладно! Так, и что мне делать? Двигаться в ВСД, ага, хорошо. То есть я типа Супермен. Йоу, нифига, самолет падает, там люди в этом самолете. Что происходит? Обломки какие-то, надо, видимо, от них уворачиваться. Это было бы логично. Я тебя поймаю, я тебя поймаю, я тебя поймаю. Я его поймал, еще одного. Ловим, ловим, еще одного. Еще один падает, ловим еще одного. Еще одного ловим. Хорош, хорош, так, подожди. О, блин, обломки. Обломки. Ух, ты, блин, тебя поймаю. Не поймал. Блин. А, потерял несколько человек. Вон там еще падают. А, всех потерял. Ловим, ловим. Хотя бы кого-нибудь надо поймать. Парни, живите, живите. Я постараюсь поймать. Нет, не успел. Да, последний момент зацепил. Последний момент. Еще один. Ах ты ж, блин, еще одного потерял. Еще одного потерял. Этого поймаем. Этого поймаем. Поймаем. Ловим, ловим, ловим. Хорошо. Еще один. Еще один. Хорош. Уже большая такая колбаса, еще есть, все. А, блин, он упал, он мимо упал, все, все. Нифига себе, такая толпа чуваков. Все просто, ага, все, 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 все. Ну, то есть я спас, ну, достаточно много. Мне даже дали какое-то достижение. Нажмите F. Ну, я нажал на F. Да просыпайся уже! А, так это сон нам снился. Ну и сон. Так, надо вскоре заглянуть в список дел и узнать, что меня ждет дальше. Я понял, ты ему снился сон, как будто он летал, типа был такой Супермен и спасал людей. Понимаю. Так, тут у нас какая-то кассета. Взаимодействовать. Опа, музяка. Качает. Качает музяка. Это что такое? Shift или F? Подожди, F. Нашел. Нашел список дел, да, видимо? Что у нас в гардеробе имеется? Ботиночки! Неплохо. Что тут еще есть? Ну, вроде бы ничего. А, подожди, shift. А что shift? Ну, shift. Я могу двигать? Подожди, двигать могу? А, вот, я могу двигать. Все, я понял. Хорошо. А, надо добавить синего, чтобы уравнять цвета. Что, блин? У меня нету синего, чтобы добавить. Список дел, да, у нас есть на L. А так я не могу, что ли, открыть его? Именно на L надо нажать. Подготовка к утренним упражнениям. Открыть список дел, включить музыку, надеть кроссовки. Ну, я вроде бы все сделал. На двоечку. Одеваем кроссовки. Опа, такие в кроссовочках. Модные теперь стали. Ну, пойдем дальше. Прыгнуть. Могу прыгать на F. Я чувствую, я о чем-то забыл. В смысле, о чем-то забыл, да? Вроде бы ты ни о чем не забыл. Ага, деньги. На черный день. Подожди, а вот это я могу взять? Нет, это не берется. L. Развитие выносливости. Прыгнуть 3 раза. Развитие сил. Сделать перестановку в комнате. Так, 1, 2, 3. Все, есть контакт. Удерживайте. Чтобы двигать предметы. Все. А, что это у меня в кармане? А, это же таблетка. Забыл вчера принять. Чтобы принять таблетку, жмите пробел в открытом инвентаре. А, инвентарь у меня где? А, вот на таб. А, применить. Это заглушить головную боль на сегодня. А что, у него голова болит? У меня еще столько дел перед отъездом, но сначала надо проведать маму. О, так мы молодой парень. У нас есть мама. Ну, выходи. Так. Подожди, а там дверь какая-то, а ну-ка. Могу я ее открыть? О, а что тут у нас? О, чья-то комната. Видимо, комната мамы. Тут что-то светится. Я нашел паспорт. Кажется, вот где отец спрятал мой паспорт. Видеть. Так. Пойдем вниз.
Это что это такое? Это плачущий ребенок? Доброе утро, Джек. Хорошо, хорошо на улице? Может, сделаешь перерыв и сама проверишь? Тут гора посуды, может, попозже. Моя помощь нужна? Конечно, пес наделал на заднем дворе, а твоему брату надо поспать. Чего пес сделал? Мама совсем загрустила, надо придумать, чем ее порадовать. Пес говорит, что ты там сделал? Опа, там что-то лежит, смотри. Я что-то взял. Какой-то скафандр. Дали достижение в Стиме. Ничего себе, да я большой молодец. Как мой билет оказался тут? Это билет на самолет. А, он, видимо, сегодня куда-то улетает, поэтому ему снился сон, что, типа, он летит на самолете. Какую-то девочку ищут. Он говорит, что, надеюсь, ее скоро найду. Да, пропала какая-то девочка. Да хватит плакать. Привет, малой, хочешь спать? С Мишкой уснешь? А, ему Мишку надо. Подожди, Мишка, вот есть Мишка. Беру Мишку. Держи, парень, теперь будешь спать. Пойдем. Подожди, а как мне... А мне его взять, да, наверное, надо? Во. Ха, пошли. Пошли, пацан. Я видел, там была где-то кровать. Вот здесь, по-моему. Да, вот она. О, все, да? Все, спать пошел. Так, паспорт мы взяли. Там, по-моему, на тумбочке стояла кружка пива. Что-то мне так показалось. Это наш батя, да, бухает. Понятно. Эй, не загораживай. Ладно, хорошо. Шо, батя, только не ругайся. Подожди, а вот это могу взять? Нет, это взять не могу. Так, что у нас здесь? А, что это, не знаю. Какие-то документы. Это что? А, это мой рюкзак. Так, рюкзак есть. На заднем дворе там что-то еще надо было сделать. Опа, тут, блин, жизнь кипит на заднем дворе. Собакен мой бегает, тусуется. Я могу только пододвинуть. Птички какие-то страшные, странные. Это что у нас? Это у нас шарик. Я могу бросить его? Ой, ой, ты мой хороший, хороший мальчик. Мерфи, хороший мальчик. Да, такой замечательный песель, такой хорошенький. Что тут у нас? А, это, видимо, салфетки, которыми надо убирать какашули вот эти вот. Подожди, а как мне выкинуть? О! А он за ним как раз побежал. Так, на F. Чего? Для броска направления дисминный снаряд нажмите. Подожди, а мне, наверное, надо как-то экипировать. Снаряжение, мешки для выгула собак. Найти лекарство Джека, убрать за псом. А что это такое за отравление? А куда мне вообще это надо убирать? А, вон туда, по всей видимости. То есть мы вот так берем и туда кидаем. Ну, достаточно просто, но только собакен постоянно срет, поэтому надо это делать быстро. Он опять насрал. Для смены снаряда нажмите EQ. Нет, снаряд мне менять точно не нужно, мне хватит и этого. Да хватит срать, что он делает, блин? Песель, ты чё, блин? Ну все. Да сколько можно срать-то? Все, да? Ну, вроде бы все. Вроде как все. Что дальше делать-то? Что там дальше по заданиям? Найти лекарство Джека. Хм, наверное, может быть, они где-то наверху? Давай залезем, посмотрим, что там еще наверху происходит. Так, ну это мой домик на дереве. Тут есть кассета. Тоже кассета с музыкой. Тут можно... Нельзя здесь поиграть. Окно. А, тут я не закончил. Хорошо. Лекарство нужно мое найти где-то. Возможно, мама знает, где мое лекарство. Пойдем спросим у нее. Так. А, когда эта посуда кончится? В себе Джек я позже заберу. А, в холодильнике может быть лекарство. Нет, тут пиво одно. Просто какое-то бесконечное количество пива. И сколько так можно этих банок, интересно, оттуда вынуть?
Я взял одну банку себе. Места нету. А зачем мне столько банок? Может быть, там где-то за этими банками есть что-то интересное, ценное? Ну, подожди. Не знаю, может быть и есть, но это, блин, будет долго. А, я могу ими кидаться. Так, подожди, батя пошел за пивом. Он пошел наверх. Все те же сообщения в новостях. Бедствия и неминуемые угрозы в Синглвелле. Может быть, все-таки вот это лекарство? Да нет, это никак не берет. А может, надо как-то пододвинуть? Я же могу здесь двигать объекты. Может быть, за креслом? Кресло не двигается. Это тоже как-то не особо двигается. Так, а батя наверх пошел, да? Но тут лекарств нету. Найти лекарство Джека. Так, батя пошел в комнату. Пойдем за ним сходим. Что он будет делать? Он пошел спать, ага. Все. Тут можно свет включить. Тут у нас ничего. Тут одни обертки от конфет и старые журналы. Тут ничего больше нету. Может, в комнате где-то надо посмотреть. А, подожди, вот комната еще есть. Так, ну вот все, пора со всеми прощаться. Все, лекарство я нашел. Уточка! Уточка! Уточка не берется. Салфетки можно взять. Не пойму, правда, зачем, но пускай, ладно, будут. Так. Пойдем попрощаемся. Я поехал, мам, буду скучать. И я тоже, как доберешься до города, позвони им обязательно. Мама тоже спать пошла. Подожди, а мне на выход, типа, куда-то надо? Через дом, что ли, туда? Вроде как через домик, через вон тот. Пиво будешь? Лови. Не? Не хочешь? Ну ладно. Так, идем наверх. Так, я тут не закончил. Нет, мне не сюда. Давай посмотрим по заданиям. Со всеми надо сначала попрощаться. С Мёрфи. А, ну давай с Мёрфи тоже попрощаемся. Буду искать Мёрфи, буду навещать при каждой возможности. Ой, боже мой. Так, теперь осталось попрощаться с отцом и с братом. Так. Батько спит, и это тоже спит. Я буду тебе скучать, малой, позову тебя маме, ладно? Надеюсь, отец не будет к тебе так строг. Пусть спит. На пиво. Взгляни на Синглвелл последний раз перед отъездом. С высоты всегда красивее. Так, последний раз взгляни на Синглвелл с высоты. Но это, видимо, с домика с того. Вот теперь, видимо, надо посмотреть с того домика. Давай пойдем посмотрим. Мяу! Кошка говорит мяу! Так. Я буду скучать, поэтому... Чё тут? Бабка, белка. Вау! Кто это такой? Офигеть. Воу, белка-зомби. Бабуля, беги. Беги, бабуля. Тихо, спокойно. Нифига себе, белка. Белка-ниндзя. Она жрет бабулю. Белка жрет бабулю.
Опа, спортсмен. Что за... Вода отравлена. Эй, это ты сделал? В смысле, это не я сделал? Ты чё, блин? Показывай мне пальцем. У меня отличное зрение, я тебя разглядел и все расскажу. Бешеная белка-зомби сожрала бабку. Надо предупредить маму. Пойдем, пойдем, предупредим. Что стряслось, дружок? Что там такое? Что там такое стряслось? Ух ты, блин! Злая белка! И что мне с ней делать? Она украла мою сумку! Та белка украла все мои вещи. Так, а мне надо пойти предупредить маму, да? Я же правильно понимаю? А, выйти за ограду. Нет. Выйти за ограду надо. У меня осталось 5 бутылок пива. Воу. Тут творится какая-то дичь. Эта белка где-то рядом. Надо посмотреть, что там с миссис Крейн. А, кстати, да, давай посмотрим на бабку. Она хоть же... Ух ты! Помогите на помощь, помогите, если есть кто-нибудь. Зомби бегают, зайцы какие-то. Кого-то только нету. Так, а что мне с ними делать-то? Там какой-то чувак висит. На F можно что-то сделать. Так, а что, как мне с ними драться-то? Какой-то зомби еще. О, еще одна белка-зомби. Так, ну я ничего не могу пока сделать с этой бабкой. Пиво не работает по ним. Мусорный жбан. О, щит у меня есть, смотри. А как им пользоваться? О, он жрать что-то пошел, смотри. Что-то жрет там. А, все, я типа всех отсюда отвел, да? Принеси трости, будь умницей, говорит мне бабушка. Забираем. Спасибо, мальчик, хочешь конфетку? Да, хочу, давай. Давай конфетку. А где конфетка-то? Вот, блин. Подожди, а я того чувака могу как-то это забрать? Он там висит, бедный. Нет, нет. А как мне... Блин! Так, хорошо. Белка уплыла, допустим. Все, я выжил. Хорошо. А я не могу забрать, да, уже этот щит? Типа я его могу только один раз использовать. Так, пацан. Нет, я его забрать не могу. Это, кстати, тот, походу, который выпал с самолета. Они же были такого же цвета. Пойти за белкой, вернуть свои вещи. Ну, пойдем. А та белка, видимо, все, да? Ей кирдык. Она уплыла, зомби ходит. Зомби, иди кушай. Иди кушай, зомби. Тут еще пицца есть какая-то. Может быть, кто-то, кого-то можно заманить на пиццу. Нет, он не хочет пиццу кушать. На помощь кто-нибудь, помогите. Блин, тут все белки становятся какими-то бешеными. О, офигеть, они все за мной бегут. Их надо скинуть в озеро. Опа, а тут можно что-то взять? Может быть, вот эти финики надо взять? Вон там белка, вижу. Давай мы их всех скинем в озеро, чтобы они нам не мешались. Но только не здесь, да? По понятным причинам. Ну? И чего вы не падаете в озеро за мной? А чувак почему-то не падает в озеро. Он не хочет падать в озеро. Только белки падают туда. Мне нужно вот это дерево. Ага, вот, все. Собираем эти желуди. Я, правда, не знаю, зачем. Тихо. Так, а пиццу я могу что-то с пиццей сделать? Как будто нет. О, белки бегают за желудем. На тебе, белка. Так, пойдем дальше. Минус желудь.
А, нет-нет-нет, они бегут за желудем. Есть кое-какая защита, хотя бы временная, но есть. Что тут у нас? Это зомби? Это зомби-женщина! Вон там чувак, смотри. Застрял, бедолага. Беги, спасай свою жизнь. Получено достижение. Так. Уйди от меня. Так, мне, возможно, куда-то вот туда нужно. А, блин! Капитальный дебил. Забираем. Но мне, кстати, возможно, туда. Очень было на это похоже. Так, белка, получай. Или мне сюда? А, мне, наверное, все-таки сюда. Тут есть морковка какая-то. Собираем морковку. Все, нету больше места для морковки. Воу, какие-то бешеные рыбы. Отравленные бешеные рыбы. Тут зайцы. Бешеные зайцы. Не трогай меня, зайцы, не трогай меня. Тихо, спокойно. А, вон, смотри, там сверху чувак. Видимо, к нему как-то можно попасть. Здесь я могу пройти? Вон туда. Я, правда, не знаю, зачем. Это кто? Это жаба? Это жаба. This is the жаба. Ого! Чувак! А, чувак! Он улетел. Но обещал вернуться. Чё у нас тут? Ух, ни хрена себе! Ты кто такой? Это что такое? Машинка какая-то? А зачем она мне? Тут я пройти не могу. А зачем мне сюда? Тоже очень, очень странная какая-то канитель происходит. Ну, видимо, я здесь взял уже все, что мне было нужно. Поэтому отсюда можно уходить. Жаба убежала? Жаба убежала. Чувака этого нету больше. То есть он тут был только один раз. А, нет, вот он летает. А как его забрать-то? Я думал, нужно кинуть в него желудем, но нет. А я могу отсюда упасть? Но попробовать надо было. В любом случае, я здесь же оказался, так что все нормуль. Я не пойму, где он летит, здесь или он вон там, вот как бы... Над обрывом он, по-моему, летает. То есть мне надо в него, видимо, как-то кинуть, я не знаю, или... Как-то... Блин. Я даже не знаю, как его оттуда забрать. А, нет, он где-то здесь летает. А почему я не могу его забрать? Короче, фиг с ним. Пойдем. Так. Сюда. Сюда. Жалко, я не могу шифтовать. Я могу только прыгать. А, я могу вот так делать перекат. Вот она, моя белка. Которая мне нужна. С моей сумкой. Белка, стоять! Так, тут морковка. А, у меня нет места. Опа, ты кто такой? А как к нему попасть? Не совсем понятно. Пс, говорит кто-то там. Пс, пс. Иди сюда. Сюда, иди. Я, значит, плаваю спокойно тут раз. Все пошло кувырком, и белка съела мою одежду. Да, понимаю. Но если где-нибудь найду, обязательно принесу. Так, там куры, которых не надо выпускать ни в коем случае. Иначе... Это может очень плохо закончиться. Дверь. Что у нас внутри? Ежемесячник купания голышом. А что в холодильнике? Ничего в холодильнике нету. Понятно, какой-то журнал. Тут ничего нет. Мне надо на крышу этого дома. Там вон что-то лежит. Но как туда попасть? Я не совсем понимаю. Типа отсюда я за... А, может быть, я могу куда-то пододвинуть его.
и запрыгнуть, допустим, наверх. Вот здесь. Ага, во. Это что у нас? Что это, маска или что это? Непонятно. Морковка, морковка, морковка. Морковка и щит. This is shit, man. Тут я наверх забраться не могу. Так, ну давай. Здесь два цветка сейчас вылезут. Злых и опасных. Поэтому их обойдем. Пойдем посмотрим, что у нас наверху. Там он что-то плавает страшное. Похоже на змею. Так. Тут желуди. Офигеть, куча белок. Куча белок, хрень какая-то непонятная. О! Так, ладненько, ребят, в целом все понятно, игра интересная. Если вам понравилось это видео, наберу 30 лайков, я обязательно продолжу. С вами был Корвид, всем удачи и пока.